Доброе утро, меня зовут Полина Микшун, и сегодня мы будем работать с петлями TRX. Эта тренировка направлена на все тело, и мы ее будем выполнять по круговой системе. Первое упражнение у нас будет направлено на мышцы пресса. Исходное положение лежа, мы поднимаемся полностью касаясь ног и опускаемся, руки опуская за голову. Это упражнение мы выполняем 20 раз. Второе упражнение – это вариация ягодичного мостика. Мы выполняем его 20 раз. Принимаем исходное положение лежа, фиксируем пятки в петли, выдавливаем ягодицы наверх, зажимая их сверху, не касаясь пола, пружиним. Дополнительно сжимаем ягодицы, когда таз находится наверху. Третье упражнение направлено на работу мышц спины, и мы выполняем его 20 повторений. Исходное положение лежа на животе, руками держимся за петли, сводим лопатки, приподнимая корпус наверх. Четвертое упражнение – это приседание на одной ноге. Мы выполняем по 20 повторений на каждую ногу. Исходное положение – держимся двумя руками за петли, прижимаем локти к туловищу, закидываем ногу наверх. При приседании корпус остается над тазом. Данный комплекс упражнений выполняем не менее 3 кругов. Его можно выполнять один раз в неделю. Спасибо за внимание. До встречи на Суспильном.